Готовьте плечо, поднимайте, рукавчик, ручку расслабьте. Во дворе дома номер 29 на улице Старых Большевиков оживленно. Несколько часов здесь работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Жители близлежащих домов в шатрах заполняют анкеты, а сами прививки делают рядом, в помещении приемной депутата Гордумы Алексея Вихарева. Видите, как здорово. Никуда не надо. Я пошла в 23-ю поликлинику, там уже очереди огромные. А здесь, пожалуйста, мы пришли, я даже удивилась, что каждый может пойти. Всего за несколько часов в этом дворе привелись больше 200 екатеринбуржцев. Это не только жители Орджоникидзевского района. Записаться заранее мог любой желающий. Чтобы избежать скопления людей, здесь работают сразу две бригады медиков 23-й больницы. Здесь, по большому счету, походные условия. Вы видите, что врачи принимают в приспособленном помещении временного. Да, но вакцинация идет в стандартных условиях внутри здания с соблюдением и дистанции, и санэпидрежима. Горожане стали гораздо активнее записываться на прививку, утверждает Алексей Вихарев. Депутат надеется, что общими усилиями преодолеть третью волну пандемии удастся без серьезных последствий. Вакцинация – это у нас сегодня общегосударственная задача. Чем быстрее мы поставим прививки нашим гражданам, тем быстрее мы приобретем коллективный иммунитет. Тем быстрее восстановится экономика нашей страны и здоровье наших граждан снова в безопасности. Тема приоритетная для всей страны, для всего государства. Медицинскую фракцию также поддержали Николай Смирнягин и Анастасия Немец. Вместе с управляющей компанией «Академический» и Общероссийским народным фронтом депутаты Екатеринбургской думы проводят выездную вакцинацию в Академическом районе. Здесь пациентов принимают в специальном медицинском автомобиле. Так, Голодовский Константин Дмитриевич, верно? Да. Как себя чувствуем? Хорошо. Я уверена, что мы будем повторять такую акцию раз в неделю. И те люди, они придут в свободном порядке, придут к своему времени, спокойно заполнят все документы, получат консультацию врача и сделают прививку. Это первый в России опыт вакцинации во дворах по аналогии с выездными пунктами голосования. По словам Алексея Вихарева, как только поступит новая партия вакцины, подобные акции члены медицинской фракции Гордумы проведут и в других районах Екатеринбурга.